Привет, Мишка! Скажи привет! Сегодня у Миши день рождения. Сколько Миши годиков, помнишь? Показывай мне сюда. 4. Скажи 4. Скажи словом. Сможешь? 4. Да. 2, 3, 4. Да, 4 пальчика Миша показывает. И мы начинаем нашего Мишеньку поздравлять. Да. Покажем вам сегодня, как будет проходить Мишин день рождения. Ты готов? Да. Первая решила поздравить Мишу Лиза. Вот она, Лиза. Давайте, закрывай, Миша, глазки. Закрывай. Ручки вперед. Ручки-то вперед. Куда подарок складывать? Он решил через... Вот так. Вот так, вот так, вот так. Давай. Закрывай. Одной ручкой закрывай, вторую ручку протягивай. Подарок будешь брать. Давай. Держи. Открывай. Ой, что это? Ну что, дубль 2. Миша ждал просто сразу подарок. Игрушку. Ой! Ой, покажи, что тебе Лиза подарила. Такой тяжелый. А? Там человечек. Лиза подарила Мише вот такой вертолет. Давай разрывай его. А шоколадку-то забери. Шоколадку забери. Забери. Целуй Лизу. Лизу целуй. Лизу. Спасибо. Лизка, надо с главного подарка начинать. Запомнила? Помогай ему разодрать. Помогай. Закройте дверь, а то дверь ободранная, на фоне нее снимать мне не нравится. Дверь толкни. Она опять ободралась, эта дверь. Когда уже мы ее поменяем? Вот так мы прямо здесь усядемся. Мишка, надо пол подметать, а ты уселся. Держи человека. Мусор выбрасывайте. Давай, пошли на кровать, Миш. Пусть Катя подметает. Пошли на кровать. Вот сюда его надо, вот сюда. Вот сюда садить человека, смотри. Давай вот это вот. Вот, видишь, вот так вот. Человека туда вовнутрь, да, вот так. О, какой вертолет. Круто, и это, смотри, крутится. Класс? Мишка ждет. Жди, жди, жди. Смотрите, уже на выход посмотрел. Давай. Ну что, теперь очередь мамы. Я думаю, что здесь надо снимать Мишу, а не меня. Давай, Мишу снимай. Миша, давай сюда подходи, оператор. Пойдет, закрывай глазки. Вот он, Миша. Ну что, готов, оператор? А Миша готов? Подарок хочешь? Сказал, да. Кого ты хочешь? Ты говорить не умеешь еще это слово? Кого ты хотел? Поворачивай. Это кто? Это трансформер? Нет, смотри. Вот. Он превращается в мотоцикл. Ставь сюда, сейчас папа придет. Папа. Это от мамы и от Кати. Поцелуй маму с Катей-то. Маму с Катей целуй. Миша. Целоваться будем? Давай маму целуй. Давай. Расти большой мальчик. Катю целуй. Это от нас с Катей подарок. Целуй. Ой. Ой, ой. Ну что, давай закрывай глаза, вставай. Мишка, ручки что? Папа будет дарить. Папа еще, папа. Папа. Давай. А папу-то засними нам. Папа пригладил волосы даже. Папа, улыбнись в камеру. Еще один трансформер. Показывай. Самолет? Самолет? Да. Ух ты. Ну что, открывать будешь? Ну все, теперь мама берет камеру и будем смотреть. Давай. Кого первым будем открывать, а? Кого первым? Вот этого, желтого, он сам справится. Вот здесь вот сбоку надо оторвать скотч. Вот, видишь, скотч. Кстати, я помогу скотч оторвать. Вот здесь вот, подожди, не торопись. Вот здесь, видишь, скотч приклеенный. Ой, он плохо отрывается. Очень плохо отрывается. Очень ты любишь очень. Трансформеров? Да. Катя любит кукол. Но это тоже кукла. Кукла-машина. Открывай. Значит, это большая. Вытаскивай. Здорово, Миша, ты рад? Вау! Ой, какой трансформер! Ух ты! Лиза, помогай. Нет, он просто запрессован туда. Нет, привязан. Давайте ножнички, привязан. Привязан. Я же говорю, кукла. Да, Мишка? Круто? Это желтый, Миша? Да. Сколько тебе трансформеров подарили? Это бамбу. Два.
Это бамблби? Да. А вот этого вот я не давай. Знаю. Чик-чик. Вот эту режь. Помоги ему. Мне пальцы только не отрежь. Все! Это знаю, это бамблби. А этого не знаю. Это бамблби? Он в мотоцикл превращается? Ну-ка, посмотри. Обычно все он легко собирается. Это смотрите новый как. Мультик. Ух ты! Раз, обалдеть! Лиза. Это тоботы, наверное, да? Да. Это мальчики, которые учатся. Червяки? Ученики! Это там новый мультик там идет все время. Про этих роботов. Класс! Ну-ка, теперь обратно давай. Оп! А ножки как у него? Поворачиваются? Мышки ноги грязные. Ну-ка, а это что, не разворачивается ноги? А, нет. Просто он ходит ими, да? Класс! Покажи его личиком. Где у него лицо? Вот. Вот какой он. Да. Красота. Второго достанем? Покажем зрителям. Второго достанем, они будут вместе сражаться. Миш, давай. Отколупываем скотч, пока Миша не решился, да? Круто? Тебе понравилось? Да. О, смотри. Это Лиза говорит бамблби. А белый? Белый кто? Смотри. Это не бамблби, это какие-то другие, наверное, все-таки. Это ученики. Это ученики. Ученики бамблби? Не, не бамблби, там другие кто. Я кроме бамблби не знаю трансформера. А там еще есть трансформер, только из другого мультфильма. И это их давай. Ученики. Они как будто вот он. Сейчас ему тоже надо чик-чик. Что-то отрезать. А, он тут чик-чик. Вот тут чик-чик. Вот тут чик-чик. Мишка, вот тут чик-чик. Нет, не так неудобно. Он вот, прямо ему давай. Неудобное место поставил. Доставай. Показывай нам своего. А как ты его смотришь? Ой, какой он классный. Давай посмотрим. Миша у нас... Вот, Миша. Сейчас он разберется. Подожди, не помогай ему. Он сейчас все сам разберется. Вот это нос самолета. Его сюда надо. Вот сюда. Оп. Оп. И вот он, твой самолет. Простые такие достаточно трансформеры. Зато, надеюсь, долго жить будут. Так, что он тут защелкивается? Ну-ка. Нет, он просто... Я не знаю, папа посмотрит. Не будем сильно давить. Ну что? Тебе нравится? А? Круто! Миша, какой тебе больше нравится? Желтенький? Да. Да? Миша, желтенький больше нравится, а мне беленький понравился можно тоже. Можно посмотреть беленький? Можно поиграть, Миша, с тобой? Ой, даже Лиза в трансформеров играть хочет. Все, Миша, это... Лиза, Миша ушел в себя. Так, Катюш, убирай ножнички. Сейчас мы будем готовить для Миши праздник. Миша, еще бабушки придут поздравлять, слышишь? Бабушки! Еще будут сегодня подарки. Ну, а вы оставайтесь, как говорится, на связи. Чуть позже увидите и тортики Мишины, и бабушек с подарками. И как мы будем праздновать. Да, Мишуля? Ой, какой красивый, да? Красивый лис? А тем временем? Либо потом. Но у меня тесто уже пухнет капец. Ну делай тогда пиццу вперед. Ну торты надо доснять, на это видео надрезать, один кусочек достать, рассмотреть и все. То есть друг за другом все торты. А мы тем временем готовим пиццу. То есть папа готовит пиццу, а вчера мы целый день готовили тортики. Рецепты, кстати, которых вы найдете у нас на канале. Они будут выходить позже. Вот. Сегодня мы их должны доснять еще. Так что вы их увидите первыми. Колбаса наша домашняя на пиццу пойдет. Вон там вот я сыр купила. Саша соус сделал. Еще у нас есть немножечко шампиньонов. И вот, вот, вот. А это тесто. Да. Саша у нас спец по тесту пиццевому. Вот это я привезла для Мишки напитки на праздник. Давай, Лиза, напитки поставим около морозильного ларяга. А обувь всю приберем. Девчонки помогают, убирают. Катя немножечко капризничает у нас сегодня. Да? Мы досняли видео. Убираем прожектора все. Саша, я прямо хорошо нажимаю. Он как бы немножечко складывается, этот прожектор. Закончили фактически уборку к приходу гостей. Сейчас Лиза ставит сюда стол. Мы обычно так делаем, пока у нас не доделан
ремонт окончательно. Не, ну что-то совсем-то утащила. Папа, а второй будем ставить? Не знаю. А? Надо, надо, а то ничего не влезет. Лиза. В общем, у нас готова пицца. Катя тут ходит, дуется. Катя, скажи привет подписчикам. Они соскучились по вам, уже месяц вас привет. Не видели. С улыбкой, можно сказать. Привет. В общем, я тут напакостила на стол, Катя убирает. Сейчас я вам покажу пиццу. Сейчас я вам покажу пиццу. Вот пицца. Это пицца раз. А здесь стоит вторая пицца. Там еще есть желейное такое с клубничкой вкусное. Очень мягкое. Вот. Это вторая пицца. За Лизой. Так, Лиза, не спробуй торты. Лиза пошла смотреть на торты. Вот какие торты мы приготовили, Миша. Вот такой вот с клубничкой. И творожным суфле. Вот такой вот пломбир торт. А мне показалось, что Лиза сейчас упала на эти торты и ест. И умазали весь холодильник, короче. Вот чизкейк с какао сверху и зебра. В общем, вы их скоро увидите на столе. А мы решили сегодня так. Знаете, как Карлсон говорил? Ну, говорит, всего один пирог и 7 свечек. А вот бы, говорит, 7 пирогов и 1 свечка. В общем, у нас так и получилось. 4 пирога и 1 свечка. Кстати, свечку я вам сейчас тоже покажу. Где же свечка, 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 свечка. Сейчас найду. Вот такую вот я свечечку купила золотую. Нет, бронзовую. Миша, смотри, какая свечечка у тебя, Миш. Миш, Миш, смотри. Будешь задувать? Это твоя четверочка, на тортик будем ставить. 4 пирога и 1 свечка. Да, я уже сказала. Круто? Ага. Цифры 4 как раз обозначили. 4, да. 4 получается. 4 пирога и 1 свечка. Ура! Ура! Ждем бабушек. И накрываем на стол. А сколько еще осталось? Миша, пускай бабушек. Где бабушки? Скажи привет. Все. Снова привет. А он кричал привет. Да. Привет! Да, я за это. Это самокат, Миша? Да. Скажи, самокат. Мне пока. Мне. Миша, Миша, покажи мне, покажи. Вот он, в общем, самокат. Миша поехал. А ты нормально. Смотри, бабушка, вполне ему все по росту. На самом нижнем. Ну, девочка. А второй подарок будем брать? Еще подарок, Миша, у бабы Нади, да, а там что? А целовать бабушек кто будет? Мусляденький. А, я поняла, как этим рулить, как носки. Ай! Ай! Этим рулить, как носки. Давай, доставай, правильно, стол для тебя. Подожди, да, хорошо, давай, поехал. Миша, смотри, наклоняйся, он туда едет. Давай, да он разберется. Знакомы эти машины? Походу, какие были. Да, давай покажем машины, пока он занят. Мне кажется, или у нас такие машины были. Вот именно таких не было. А у нас были вот такие троллейбусы. Троллейбусы были? Это да. Смотрите, это трамвай, паровоз. Отрежьте вот эти вот, Катя. Помоги ему, отрежь, убери вот эти все упаковки. И троллейбус, смотри. Троллейбус. Трамвай. Трамвай и паровоз. Миша. Тебе нравится? Миша, нравится? Миш! Миша! Занят. А сейчас у нас... Да, укатилась. А где твои еще три машинки? Неси. Где три машинки еще? Неси, где они? Есть так. Вот так. Мы сделали сырные корки у пиццы. Он внутри расплавился. И вот его там видно. Вот он, вот он. Смотри, там вся корка как бы пропиталась сыром. Прикольно. Вот наша пицца. В разрезанном виде. Елизаветка заканчивает накрывать стол. Вот так вот стол. У нас живенько выглядит столик. Что? Ау, стаканы забыла. Кружки, стаканы. А Мишка на новом самокате ездит, и ему на все пофигу. Да, Мишек? Места мало, скажи. Надо особняк в два раза больше. Чтобы было где ездить. Да, я вот уберу даже этот стакан. Пришла пара тортиков. Вот так решили сделать, прямо Миши на кусочек. Это вот именно как Карлсон говорил. Давай, поджигай.
И давайте. Ты несешь? 3, 4. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! Он уже задал. С днем рождения! Поджигай еще. С днем рождения тебя! Загадывай желание, Миша. Еще хочешь? А желание загадать? Давай еще. Так, вот. Желание загадывай. Что ты хочешь больше всего? Ай, молодец! Теперь доставай свечку, она тебе останется, а тортик будем кушать. Доставай ее, складывай рядом. Складывай на столик. На столик. Ты будешь ее зажигать и задувать, да, Мишечка? Вот так вот. Кушай. Лиза, дай ему ложечку. Катя у нас переоделась в платьишко. Катюшка, покажись. Вот меня все просят влоги. Вот он, влог, наконец-то, да? Мое платье, между прочим, себе покупала. Ошиблась с размером. Моё. Теперь оно Кате надо. Катя меня раздела. В общем, вот наши торты. Пока они еще живы. Конечно, оно и свободно. Что висит там? Там, скорее всего, этикетка висит. Да, Катя, этикетку. Да. И это. Мы сейчас одеваемся, собираемся пойти на площадку, чтобы Миша покатался на своем новом самокате. Он с собой взял трансформеров. А я хочу, во-первых, показать, потому что мы влоги тогда не снимали, и я не показывала. Дэвид, вот письмо пришло с фотографиями. И, между прочим, большое спасибо за письмо. Мы и сами фотографии посмотрели. И сейчас на Мишином дне рождения бабушкам фотографии показывали. И очень удобно, что с обратной стороны номера написаны, и написано, что на этих фотографиях изображено. Прямо классно. Они смотрят, допустим, спрашивают, а это озеро? Это там то-то? И я отвечаю, что да, там это то-то, то-то. Рассказываем по фотографиям. В общем, насладились еще раз чтением письма. Большое спасибо. Мы вышли. А я не знаю, что я в кофте вышла. Достань мне куртку, я забыла. Мы уже вышли на улицу. У нас сегодня ветер, конечно, 24 метра в секунду. Порывы. Но мы все равно пойдем погуляем. Немножечко. Вон Мишка там со своими трансформерами. Че, дует ветер, да? У нас сломалась дверка на домике, придется по весне делать новую. Смотрите, я могу... Мы в машине. Блин! Вообще. Мы уже загрузились. Ветер, короче, дикий у нас, конечно. Дети готовы? Да. Миша готов? Я не готов. Да? А ты что не готова? Я хочу. Забрался. Катя у нас домосед. Она любит дома сидеть одна и слушать музыку и танцевать. Да, Катя? Пока нас нету. А мы ее тащим с собой, потому что праздник сегодня Мишин. Поэтому на часик едем на площадку. Холодно. 8 градусов на самом деле, но ветер такой, что капец. Потепление пришло, солнышко сегодня выглянуло. А то месяц стояла, погода такая пасмурная. Но ветер капец, вообще капец ветер. Ладно, поехали. Лиза сегодня тоже с самокатом. Пойдем, Миша. Лапочка. У нас Мишкин самокат. Зато есть плюсы. Ветра, никого нет на площадке. Вот, честно. Есть какой-то плюс. Самокатик, стой. Так. Где там Миша? Покатился. Давай. Трансформера давай. Трансформера. Давай уронишь. Я дам тебе его. Все, Мишка поехал. Давай, покатился. Толкайся. О, ветер какой. Поехали. И Лиза тоже ездит. Можно вот там вот горочка скатываться. Давай! Ай, именинник наш. Вот видите, у нас солнце какое. Да! Тут фонтанчик обычно. Сейчас фонтанчика нету. Мы здесь катаемся. В общем, Катя от нас все-таки уходит. Да? Я ее отпускаю домой. Вот охота ей домой сейчас идти пешком, а? Ну, там посудомойка не докончится, я пришла. Ну, ладно, давай, пока.
все, подросток. Смотрите, какое небо классное. Обалдеть. Пойду-ка я своим. Они уже убежали от меня. Да. Работаю. 3 кусочка тортика сломала. Прикольно, здесь свободно сейчас, классно. Все, не показывай. А вот он наш именинник. Именинник. Миша. Миша. Все, собака захватила внимание. Миша. Где Миша? Вот. Да ты, Миш, а ты на тень смотришь. У Миши тень, и у мамы тень, и у папы тень. А вот Елизавета прикатилась. Лиза, покатайся с Мишей. А у нас впереди от ветра самокат, короче, едет. Смотрите. Сам. Папа. Аккуратно, да. Следи, чтобы он не свалился. Смотрите, какой ветер вообще дикий. Если бы меня не слышали. Вообще, ну. Это ветру выгляжу примерно вот так. Ужас. Елизавета меня ведет к какому-то необычному дереву. Дерево и правда необычное. Поэтому я решила его снять. А что это за дерево? Дерево любви. А, это... Ой, смотрите, оно из металла. А как... И на него прицепляется листик. Ой, как классно. Да, вот здесь можно это... листики прицеплять. Нет, нет, такие листики. Ну, я поняла. Листики любви. Прикол. Я думала, оно настоящее, пока не подошла. Смотрите, дерево любви. Заказать листик можно тут. Прикольно. Вообще классно сделано. Прям как настоящее. Смотрите. Вообще, да. Но оно металлическое. Прикол. Видите, как пошамало. Я вначале думала, что оно не полностью металлическое. А-а-а. Так, а все. Она поняла, что оно полностью металлическое. У меня тут кончается уже место. Все, поехали. Мы, короче, сейчас едем. Мне очень нравится. Давай. Мы сейчас, короче, едем туда, где на площадке, вот там вот Миша с папой, и идем домой. Ветер усиливается. Вообще такие шквальные порывы, что немножечко страшно становится. Немножечко как бы неуютно и холодно. Поедем домой греться.